Ну что ж, друзья, мы с вами продолжаем играть Ark Survival Evolved, продолжаем выживать на выжженных землях с модификацией Call of the Wild, соответственно, которая будет присылать на нас волны всяких разных существ, и нам нужно будет их отбивать. Чем здесь происходит? А, ну да, я здесь специально выломал, потому что я на Мрилотопсе не мог проехать. Нужно будет построить сюда огромные ворота. Все, я вспомнил, что я делал в прошлом выпуске. Соответственно, у меня сейчас в первую очередь задача... У вас все в порядке? Ну, просто так прыгают, все хорошо, я просто... Ну, всякие вот такие животные, это, естественно, индикаторы того, что рядом есть хищники или нету. У нас задача сейчас подсобрать камня, подсобрать как можно больше песка. Естественно, рейты у нас, как помните, X2, X3. Сейчас на сбор, естественно, рейты X3. Для того, чтобы все это можно было делать относительно быстро и не тратить на это часы времени. То есть я имею в виду именно на строительство. Соответственно, сегодня в выпуске обязательно расширим себе дом. Это раз, просто обязательно. Я прям что-то не знаю, мне так хочется себе дом построить. Мне что-то этого так в последнее время не хватает. Потому что, видимо, наверное, я все прошлое выживание исключительно приручал животных. И домик себе так и не построил, нифига. Так, на тебе немножко здоровья. Соответственно, нам осталось всего полчаса. А, извини, мой малыш, я тебя потерял, да? Ты меня извини, хорошо, что ты за мной идешь. Так вот, в прошлом выпуске мы с вами закончили, не встретив волну. Волна будет, скорее всего, очень простая. И она придет через полчаса, через 30 минут. Так что сейчас в первую очередь быстренько собираю ресурсы, собираю песок, камень, мне нужно дерево, если не ошибаюсь. Да, дерево нужно, и дерево нужно очень много. Давайте еще немножко прокачаем. Прокачаем тебе носимый вес, никаких хилок здесь не стоит. То есть, соответственно, если животное вот теряет здоровье, оно умирает. И то животное, на котором мы сидим, из модификации только Call of the Wild, который присылает нам как раз волны. Также у нас ультрастек, чтобы побольше носили. И амникуляр, который почему-то у меня не на быстром слоте. То есть вот такая вот подзорная труба, чтобы можно было видеть, приручается животное, не приручается, сколько у него там здоровья, какой уровень, сколько у него оглушения. Максимальный уровень 300. Все, все пересказал. В ближайших выпусках, наверное, такие подробные пересказы делать больше не буду. Ну, просто потому что это действительно отнимает очень много времени. Окейушка, мы с тобой сейчас зафармили так неплохо камни песка. Я даже не знаю, смогу ли я столько песка таскать. Наверное, не смогу, потому что в тебе он весит гораздо меньше, да? Ну, в принципе, да, ну... Я, наверное, да, смогу, но только не в таком количестве, все нормально. Соответственно, у меня вот здесь вот выведена сюда дверь, выведена туда дверь, нужно поставить гигантские ворота, это все сделаем, это мы с вами все сделали в прошлом выпуске. Сейчас начну заниматься строительством, то есть в ближайшие полчаса просто исключительно буду делать ресурсы, строить, и мне нужно, безусловно, еще, наверное, еще одну ступку и пестик сделать, потому что одной катастрофически мало, давайте делать. Если звери вредничают и не хотят ходить, на выжженных землях есть замечательная вещь под названием кнут. Пошел вон отсюда, не надо мне мешаться, потому что я хочу съездить за кактусами. Так вот, на сегодняшний выпуск у нас с вами цель такая. Нам нужно обязательно расширить дом, нужно отбить волну, которую сейчас почему-то кто-то пытается атаковать. Кто там такой борзый, а? Анкилушка. Анкилушка, иди нафиг отсюда. Иди нафиг. Ну чего, 4 секунды, 2. Я не помню, что в этой волне будет, собственно говоря... Я не думаю, что она будет очень сложной, я думаю, что она будет точно такой же простой. Микрорапторы? Они хорошо? Да, микрорапторы. Но это хуже, чем... Это хуже, чем раньше, то, что они меня могут оглушить, как помните, да? Сбить седла. Археоптерикс. А, ну ладно, хорошо. Опять обезьянки, диморфодоны. И у нас сейчас с вами 2 часа до следующей волны. Я здесь уже начал, как видите, расширять домик. Расширять его начал довольно-таки солидно, то есть хочу сделать большой второй этаж, то есть он у меня будет жилым, вход сюда будет отсюда, дальше у нас с вами будет третий этаж, там где у нас, скорее всего, будут какие-нибудь аргентависы жить или что-то типа того. Самые сильные волны, безусловно, будут последние, там возможны очень серьезные альфа-существа, какие-то экзотические существа, я даже не знаю, кто это такие, может быть, боссы, черт его знает. Сейчас мне нужно будет все-таки, я сказал, что мне не нужен будет металл, но на самом деле нам металла нужно будет очень-очень много. Смотри, кто у нас там бродит, еще один саблезуб. 200 уровня, вот это уже поприятней. Можно было бы, в принципе, и приручить, потому что с саблезуба тоже можно стрелять, так как и с фолков. А на саблезуба мы с тобой можем делать уже седло? Ну-ка так посмотрим. Да, конечно, можем, потому что 70 какой-то там уровень. Саблезубый. Саблезубый тигр. Так, ну, в принципе, да, все можем. И металл, все это у нас есть. С тебя я стрелять могу? Конечно, могу, замечательно. То есть, на самом деле, сейчас мы его отманиваем отсюда, потому что здесь у нас зона, где нельзя строиться. Да-да-да-да-да-да. Идем за мной. Просто отманиваем его отсюда как можно дальше. Мне вот что интересно. Насколько хорошо вообще оглушают вот эти стрелы? Сколько они прибавляют ему оглушения? Сейчас проверим. Давай посмотрим. Потому что на самом деле не так много, мне кажется. 700, да. 700. Я понял, сейчас уже набилось. Да не, в принципе, оглушим. Главное, чтобы вот эти рапторы ко мне не пришли, потому что... Какой-то там нехороший красный раптор. Но свечения я не вижу, так что навряд ли это альфач. Просто нам придется... Что там происходит? Чьи дедекурс тут, а? Дедекурс, иди нафиг, а?
А у меня больно грызет, зараза. Ну давай настреливать. Все, хорошо, он хорошо встал очень. Просто настреливаем сейчас. Здоровья должно хватить. Потому что он вот-вот должен развернуться и бежать. Камон, отстань от моего мерлотопса, мне придется тебя убить иначе. Нам придется его убить, скорее всего. А тут еще анкилозавр, зараза. Затея оказалась дурацкой, потому что он просадил 3000 здоровья, как нефиг делать, ну 2300. Соответственно, конечно же, придется строить ловушки. Я хотел этого избежать, но, естественно, этого избежать не получится, а наркотиков у меня завались. Так, что у нас по дереву? Дерево есть, солома есть, волокно есть, носимый вес мы тебе еще немножко прибавим. Придется строить ловушки, сейчас отправляемся с вами, наверное, ну, может быть, рапторов приручить, потому что там было парочка рапторов. Нам нужно понять, куда они убежали, кстати. Ого. Как прям вот сразу так рекс приручить? А сколько у тебя оглушения? 23777. Ну, в принципе, я не знаю, просто мы его не усыпим, мы его убьем на самом деле. Оглушений слишком много, а здоровья слишком мало. То есть я думаю, чтобы нам такого красавца приручить, нам обязательно нужно делать винтовку и дротики. На винтовку нужно гораздо больше ресурсов, чем у нас сейчас есть. Мы это сделаем, но просто чуть-чуть попозднее. Ну что, двинули потихонечку к зеленому обелиску. Я думаю, что там мы с вами найдем каких-нибудь хищников, потому что они там довольно-таки часто встречаются. Конечно, приятнее было бы на самом деле их искать где-нибудь около красного обелиска, потому что там их всегда гораздо больше было. Этот обелиск был всегда такой более лайтовый, так скажем, что ли. Более спокойный. Но и здесь они встречаются, потому что здесь без хищников мест вообще не существует. Здесь они есть везде. Просто есть такая проблема, что мы вот здесь конкретно не можем ничего построить. То есть никак не, их защитить не сможем. 290 раптор. 290. Там еще ходит рядом 40-й. Что будем делать? Нам нужно подняться на какую-то возвышенность и с возвышенности ему настреливать. А, ну вообще желательно его, конечно, было бы оттащить в ловушку. То есть эту ловушку нужно, естественно, построить. А я вот здесь строить могу или нет? Давай проверим. Секунду. Могу строить? Я здесь могу строить? Странно, обелиск же рядом. Может быть, я не понял, почему тогда раньше не строился шипы, почему не строились у меня. Ладно, проехали, тогда строим. Тогда все зашибись. Тогда нужно сейчас это быстренько делать, пока они не убежали куда-то в другое место. Давай, бумц, бумц, бумц. Так. Ставим с тобой вот так. Если из этого они не должны выбраться. Теперь нужно построить рампочки в ту сторону. Раз, два и, например, три, да? Хорош? Я думаю, замечательно. Я думаю, просто замечательно. И где они? Ты рапторов не видел? Они там были, 290 был раптор. Я бы на самом деле не отказался бы сейчас его приручить. И, естественно, не умереть. Вон они. Вон они, вон они, вон они. Не, естественно, так не попаду. Так попасть очень сложно. Нам нужно, чтобы они на меня согрелись. Но бежать далековато. А у меня скорость передвижения не прокачана. Вот это я, конечно, дал. Попал. Побежали! Дурында, просто побежали. Просто побежали. Как думаешь, бегут? Бегут, 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 бегут. Бегут. Тихо. Сараза! А вот этого я не знал. Тихо. Тушкана не бей, сволочь! Тушканчика не бей! На! Фуф. Спокуха. С каких пор они стали пробираться через дверные проемы, скажи мне? Он согрелся на ловушку. Когда это произошло? Ну, в принципе, я не против, что он согрелся на ловушку. Беда в другом, то, что он пробирается через дверной проем, камон. Они ж не пробирались, или он перепрыгнул? Он, скорее всего, просто перепрыгнул через дверной проем. Он сквозь него не пробрался. Это просто был прыжок такой. Фух, слушайте, это сейчас было довольно-таки валидольно. Я надеюсь, что я тебе попадаю в голову и наношу достаточное количество оглушений. Нет, вырвался, вырвался, ты смотри. Ты смотри на него, зараза какая. Стой. Стой, 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 стой. Как бы мне тебя так загреть-то, а? Стой. А! Что ж ты носишься кругами? Что с тобой не так, а? Такое когда-нибудь видел? Я первый раз такое вижу. Я думаю, что это из-за того, что у него набралось оглушение. У тебя же оглушение набралось, да? Давай ты просто сейчас уснешь. Ну-ка. Все, отлично, без сознания. Фу, я не знал, что они теперь пробираются через дверные проемы. Я давно не приручал вот так рапторов с ловушками.
Потому что, ну, как бы, не было нужды. Просто не было нужды. Так, а у тебя что там происходит? Оглушение 3300 довольно-таки быстро спадает. Но это, в принципе, не страшно. Вот тебе немножечко наркоты. Я успею же сбегать за морилотопсиком за своим. Парацерчик должен быть слабым, по идее. Да, 40-й уровень. Парацер слабый. Нам просто с него первосортку нужна. 3. Давай, камон, 4, 6, 7. Кстати, вот нет, но если бы совсем по хардкору играли, и здесь не было бы ультрастека, то, естественно, бы первосортка портилась очень быстро и как бы раскладывалась по одной штучке. А так, конечно, здесь она портится довольно-таки медленно. Так-то, конечно, это да. Но что, конечно, приятно в рапторах, это то, что они так быстро приручаются, потому что у них довольно-таки быстро спадает голод. Итак, сейчас осталось последний кусочек первосортки. Вроде вот-вот. Отлично, у нас с вами появляется топовый раптор. Просто шикарно. 2600 здоровья, 352 носимый вес. Идеально, ты сможешь нормально ездить со мной. Ну, естественно, нужно немножечко будет подкачать его там. Буквально, я не знаю, может быть, соточку еще вложить или 50, чтобы прям капельку. Ну, смотри, прям сразу цель. Стой, куда ты? Да стой же ты, сразу. Но попасть сложно. А какой там уровень-то у тебя? 40-й, маленький. Урон, как видите, не запредельный. Совсем не запредельный урон. Вполне такой адекватный. Что-то там, я даже не вижу, какой урон, насколько мы быстро бежим. 85, что ли? Не, я тебя хотел бы забить все-таки, потому что мне нужно прокачаться хотя бы чуть-чуть. Есть, 85. Так, морилотопсика тащим с вами домой. Морилотопсы сильные, прям очень сильные. А, ну да, мы же понизили все это дело, то есть понизили урон. Соответственно, теперь у нас урон у наших животных более-менее адекватный. Давайте сейчас попытаемся ударить кого угодно, кроме микрораптора. 154, нормально. Вполне. Лютоволк 80, не, маленький. Так вот, в том патче, когда им изменили вот текстурочку, немножко изменили поведение, я думаю, тогда именно... Тихо. Именно тогда они стали пролезать через двери. Может быть, чуть раньше, кто его знает. Потому что раньше абсолютно точно не пролезали. Ну-ка, от тебя 60-го. Можно, естественно, еще скорость передвижения прокачать, чтобы ты был еще быстрее. Но перед началом бури я хочу протестировать вот это. Ты проходишь через дверной проем? Проходит. Все, замечательно. Тогда мы с вами просто на изи себе приручим Аргентависа. То есть, ну, вы все поняли. Мы построим ловушку с дверным проемом и заманим на рапторе Аргентависа внутрь. С обратной стороны выскочим, и все будет хорошо. Первый раз за все те годы, которые... За два года, ладно, хорошо, годы прям. За два года, что я играю, я себе сделал нормальное, достойное рабочее место. Для симметрии поставил два верстака. Факелы горят не просто так, ну, естественно, это освещение. Во-вторых, у нас нужно будет очень много древесного угля, так что они не просто горят, будут гореть все время. Тепла они дают не очень много, так что в этом плане здесь никаких проблем быть не должно. Опять же, два верстака тоже не просто так, там довольно-таки много всего нужно будет крафтить, порой что-то заказывать в больших количествах, там, например, патроны, чтобы крафтились, так что как раз двух верстаков это крафтить гораздо быстрее. И раз уж мы с вами заговорили как раз об угле, нам нужен аргентавис для того, чтобы добывать в большом количестве сейчас на анкилозавре металл, ну, чтобы не на нем не ездить, а летать с ним. Вот, и, соответственно, в большом количестве его... переплавлять. Таким образом у нас будет и металл, и уголь поставляться с трех плавилок. Я думаю, что нам очень большая ловушка в принципе не нужна, то есть можно сломать вот ту ловушку, которая у нас там. Кстати, тебе по любасику придется прокачать еще носимый вес, потому что иначе ты все это дело не поднимешь. Так вот, мы сейчас там сломаем вот эту ловушку. Дальше, если что-то еще нужно будет, конечно же, подфармим. Наркотики у нас с вами есть, первосорточку мы с вами добудем, безусловно. Здесь не так много мест, где они спавнятся. Я, честно говоря, очень плохо помню, где их искать. Там я видел раптора, с ним встречаться не хочу. Я действительно плоховато помню, где их искать. Я только единственное хорошее место знаю. Это все там же, красный обелиск. Поехали до красного обелиска, я думаю, что... Черт. Раптор. Поехали до него. Я думаю, что это будет самое простое решение. А седло я на него не взял, да? Седло я на аргента не сделал. Но у меня с собой есть кератин. Ну-ка. Аргентавис. Аргентавис, вот аргентавис. Ты просто делаешься в кармане. Замечательно. То есть мне верстак не нужен, я могу просто сделать седло на аргентависа в кармане, да? Да, все замечательно. Крафтим. В принципе, как вариант, можно в этих горах посмотреть. Вот которые прямо рядом с красным обелиском, то есть только немножко не доезжая его. А тут довольно-таки много аргентависов, но много и других хищников. Из-за этого могут возникнуть проблемы, нужно быть аккуратным. А вот именно на этих горах, вот именно здесь... Они частенько спаунились. Тушканчики, ну, это излюбленное место у них сидеть. Здесь безопасно, я понимаю. Я пока что даже не вижу ни одного на самом деле. Ага, вон вижу.
Вот на той горе. Куда ты туда за нее завернул? Здесь мы с тобой поднимемся? Да поднимемся, по идее. Но, типа, с трудом, но поднимемся. Спокуха. Живем. Вон аргенты. 110-й, 70-й и саблезуб. Но нам, в принципе, 110-й вполне подойдет. То есть он будет приручаться не так долго. То есть вполне такое адекватное количество времени. И при этом... там карнотавр. И при этом он будет носить достаточное количество веса. Но чего? Осталось дело за малым. Просто его внимание привлечь. И вообще, где он? Вижу. Не знаю, получится, не получится. Надеюсь, что получится. Где-то вот там за камушком он. Так, ладно. Погнали его просто агрить. С такого расстояния попасть очень сложно, на самом деле. Возможно, наверное, но сложно. Друг мой? Не надо? А чё за фигня? Карнотавр вгрызём. Да ну вас, а! Свиньи вы! Свиньи вы! Свиньи! Вы запили моего... Это был мой аргентавис. Главное, чтобы меня сейчас не забили. Но не должны, по идее. Должны справиться. Мы должны с ними справиться. Это был мой аргент. На, зараза такая. Мой аргент был. Черт. Давай искать другого. Ты его еще пойди найди, этого другого аргента. Ведь только что здесь был аргент 70-й. Его сгрызли, что ли, да? Че-то мне как-то не повезло. Ладно, не страшно, сейчас найдем. И мы снова с вами здесь, еще 35 минут в запасе. 80 аргент, вообще идеально. В тебя бы попасть сейчас. Есть. Просто в клюв ему. Летишь? Давай. Проблема в том, что он нас будет отталкивать, да и бить все-таки неприятно будет, да? И теперь вот какая задача. Мы просто с вами слезаем сейчас с раптора. Он должен агриться на раптора или на постройку. И закрываем его там. Погнали. Стоп. Пассивка. Пассивка. Так, секундочку. Аргент, аргент, аргент. Не улетай. Не улетай, аргент. Не улетай. Стой. 170-й. Вообще идеально. 35 стрел всего. Камон, что так мало? Есть. Отлично. Тащим его к ловушке. Давай, давай, давай. За мной. Главное, чтобы он сейчас не развернулся и не полетел никуда. Давай, за мной, за мной, за мной. Тут недалеко. Я знаю короткую дорогу. Давай, 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 давай. Заводим его, заводим его. Пускай кусает, пускай не страшно. Плохо получилось. Еще разик. Еще разик, он должен развернуться. Под правильным углом туда зайти. Давай, давай, давай. Мне сейчас плохо, все равно плохо. Вот так вот, давай, разворот. Снизу еще один аргент, да? Залетает, залетает, все хорошо, отлично. Тихо, 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 тихо. Выбраться. Выбраться. На пассивке. Я уже перевел, все хорошо. Пускай ломает постройку. А мы его там закрываем. Все, дружок. Все. Спать. Интересно, а сколько у тебя оглушения вообще? Подожди, сколько у тебя оглушения в общей сложности? 6600. Нормально, усыпим. Мы сейчас нанесли 500 оглушений с двух стрел. Значит, 4 стрелы это 1000. И 6 на 4, 24. Нам должно всего хватить. Просто настреливаем. Я тут немножко перестарался, мне кажется. 6100. Нормально, 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 нормально. 6200. 800 здоровья, все в порядке, не умрет. 6300. Вот на самом деле, вот такой подзорной трубы в обычном арке очень сильно не хватает. 6500. И все. Ну, в смысле, перестало набираться. Нужен еще хотя бы 1-2 выстрела. Мимо. Да стой! Все, усыпляем. Замечательно. Просто замечательно. Все.
Лежи дрыхни, 786 здоровья, у нас с вами 43 куска первосортки. Но по идее теперь просто остается ждать. И вот я сказал, что Раптор просто замечательный тем, что он очень быстро приручается. И вот как раз Аргентавис, да, он приручается очень долго, потому что голод спадает очень медленно. Как видите, гораздо где-то в раза в два медленнее, чем у Раптора. Но в принципе голод с нормальной скоростью спадает, но просто, блин, мы не успеем его приручить до того момента, как нам нужно будет отбивать волну. Потому что приручаться он будет, поскольку... По 6%. Да, не успеем. Никак. Так что сейчас спокойненько отправляемся туда. Тебе прожмем еще немножечко наркоты, просто так, чтобы было. И отправляемся с вами туда. Погнали. Следующая волна. Я надеюсь, что не сильная. Я надеюсь, что я ничего сейчас не перепутал. И не зря приехал сюда на Рапторе. И... Ну ты издеваешься, что ли? Я даже по нему попасть не могу. Давайте обезьянку забьем. Обезьянку забьем. Но, кстати, не так приятно, как хотелось бы. Так, минус. Ну, в смысле, не минус, но я его подранил. Еще 8 созданий осталось. Кстати, если не ошибаюсь, то созданий будет становиться больше и больше, да? Хотя, черт его знает, не знаю. Секунду. Здесь еще и дилофазаврики есть, я что-то об этом не подумал. Честно говоря, я не совсем понимаю, как эту дурацкую табличку с их волнами смотреть. Ну-ка. Ну вот, все, еще парочку мезопитеков, еще один тушканчик агрессивный, и эта волна у нас закончилась. Давайте посмотрим, сколько у нас до следующей волны. Надеюсь, что типа не очень много. 1 час 32 минуты, очень хорошо. Меньше 2 часов, просто замечательно. А теперь побежали к нашему Аргентавису, потому что там, ну как сказать, оглушение падает как минимум. Я надеюсь, что он все-таки уже почти приручился, и мы сейчас туда успеем. Давай, дружище, потому что что-то у меня тушканчик начал переживать. Что-то ему здесь не нравится. Хр-хр, говорит. Вот он говорит мне хр-хр. Отлично. Аргентавис приручается. Так, держи тебе, естественно, седло. Стоямба. Сейчас мы тебя подберем. Ловушку я разбирать не буду, пускай она здесь стоит. Ловушка здесь замечательно вписывается в интерьер этой горы. Давай-ка, полетели подбирать Раптора. Естественно, все здесь летуны будут медленные, обычные, не модифицированные. Но это на самом деле круто, потому что здесь у нас большинство всех вещей по хардкору. Все, спокойненько летим домой. Я на самом деле думаю, что на этом этот выпуск можно завершать. Я надеюсь, что он вам понравился. Сегодня с вами очень много всего сделали. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Как я и говорил, мы будем в некоторых выпусках отбивать две волны, в каких-то вообще не отбивать. Ну, собственно говоря, самое главное это у нас сейчас развитие, приручение динозавров, постройка базы. Потом, наверное, постройка все-таки металлической базы там. И постройка как можно большего количества турелек. Я вообще думаю, может выйти в турельки и вообще не париться по этим первоначальным волнам. Пускай турельки их счищают, тоже вариант. Это, ну, вполне логично, вполне нормальное решение. Если вы здесь впервые, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске.